Начинал стучать по черепичным замкам и расспрашивал, кто там. В ответ стучало: нет, я не тот, кого ты ждешь. Я дождь, я дождь. Так, тик-тик-так, тик-тик-так, часы стучат и стрелки мчат по кругу, словно руки к новой встрече и разминке. Так, тик-тик-так, идешь, стучи. Весь мир молчит, ты дремлет в лужах, стадион, футбольный матч, и это все. Мой друг, ты создаешь уют, ласточки у гнезда, скорые поезда. Может, ты старый актер или эхо древних ор. В ответ мне звучало: нет, нет, просто я на них похож. Я дождь, да-да-да, дождь. Часы стучат, и стрелки мчат по кругу, словно руки к новой встрече и разлуке. Так, тик-тик-так, тик-тик-так, и дождь стучит. Весь мир молчит и дремлет в лужах, стадион, футбольный матч перед всем. Вспомнил наши студенческие годы, я как раз вот сидел сейчас с Дашей, вот мы Антонюк обсуждали, что я смотрю на тебя, и мне просто не верится, что с того момента, как мы выпустились с тобой из школы студии МХАТ, прошло без малого 20 лет. Я смотрю на тебя и вижу ровно того же самого человека, это фантастика, я говорю, насколько это, мне не верится, что ты просто не капельки не изменилась, я просто...